Ну что, кто кого? Смотри, он их рвет, ты видел? Сразу сложил всех криком, Серега. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Сенка, Свинья, Сталин. Приветики, омлетики. Мы скачали крутецкий мод, который вышел только сегодня, называется механический сиреноголовый или сиреноголовый мех. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня на обзоре робот сиреноголовый с пулеметами. Поехали. Ну что, пацаны, для начала мы их просто посмотрим. Смотрите, здесь три робота, но они все одинаковые, но у них разные состояния. Вот такой вот, смотрите, как он круто просто смотрится. Так что, ребята, если вам понравится этот ролик и этот мод, поставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И сейчас мы их поставим очень много. Сначала поуправляют ими игроки, а потом мы поставим NPC и будем с ними воевать. Серега, как тебе выполнен этот мод? Довольно-таки интересно. Это ты взял его? Да. Так, а ну что он может? Он отрубился. Ого! Алло. Нет! Нифига себе, ребята! Серега, нажми F. Ну-ка. F нажми. Во! Ого, ты можешь давать посрача! Нифига себе! Ты сирены все гасишь! Внимание, внимание! Мания! Ого! Серега, нажми еще G английскую, G. Ого, ты взрыв создаешь возле себя. Ну ты живой. Знаешь что, нажми пробел. Ого. Пробел. Перданул. Ого, ты прыгаешь высоко. А ну еще раз прыгни. Я хочу посмотреть, как ты приземляешься. Есть такой звук? Приземление прикольно. Ребята, смотрим. Ого, аж земля трясется, когда ты приземляешься. Представляешь? А что он еще может? А ну на правую кнопку мыши. Может там что-то еще. Может он базуки стреляет, как-то кидает. Может режим огня есть какой-то. Я отхожу от... Давай. Так. Это правая кнопка мыши. Нифига себе. Серега, ну ладно, сейчас мы поставим NPC, они покажут, что они могут. Давай вот этого робота посмотрим. Давай. Смотрите, вторая версия. О, что-то из него исходит. Это вот сирену издает, походу, он. Прикольно. Ребята, классный мод. Мне он очень нравится. Когда я его видел, я не сомневался ни секунды, чтобы его записать сразу. Такие пулеметы у тебя дебелые. Миниган. Да ты что? Погодите, ты-то здоровенный. Стрельнуть этим... Правой кнопкой мыши этим автоматом. Чё, мне его управлять или нет? А я не знаю. Сейчас еще третью версию, Серега. Давай посмотрим. А он статичный, Серега, он выключенный. Тут у меня знак только, как будто он выключенный. Turn it off. Типа он выключенный. Вообще нельзя им двигаться, да, Серега, никак? Сейчас посмотрим. Ни влево, ни вправо? А нет. Он живой! Да ёкал, МНЭ, я испугался, громко стреляет. Нормальный, мне нравится. И все. Получается, включены только пулеметы у него, и все, он даже ходить не может. Ребята, запасайтесь оружие, кроме базук и взрывчаток, потому что сейчас мы будем валить Серегу. Серега, вселяйся. Вселяюсь. Сейчас, Серега, я возьму себе оружку и на счет 3 сможем, ребята, его гасить. Сейчас я возьму что-нибудь помощнее. О! То, что я люблю зажимать. 3, 2, 1, битва началась. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим очень много NPC, а NPC будет использовать все возможности этих роботов. Как раз мы посмотрим, что еще они умеют. Ай-яй-яй-яй, Серега, ты дамажишь неплохо. А, оно на каком-то расстоянии, издалека не бьет, только в притирку. Так-так-так-так. Ай-яй-яй, ах ты подлец. Да Серега, ну это же читерское оружие, так нечестно. Да я буду так делать. По жопе, ребят, зверки искры отлетают, круто. Не то, что он металлический. Серега, ты такой здоровый. Кстати, я его оставлю в коллекции, так как очень мало весит. Он у нас будет теперь... Коллексейшн. Кстати, мы можем потом сделать следующие ролики, кто сильнее. Ну, мы в этом ролике, кстати, тоже покажем. Поставим обычно сиреноголового с NPC, и пусть они повоюют. Так, ребят, давайте уже замочим Серегу. Сережечка. Оп, с
спрыгну. Главное вовремя спетлять. Да ты задрал, без сирен, ну это реально читерское оружие. Так вот смотри, я только появляюсь, сразу валяюсь. Два с пулеметами учись. Ты, кстати, можешь как-то базуки кидать вроде, мне так показалось или нет? Ну что, иди сюда. Так, ребята, какие-то у нас оружие слабое. Надо что-то против него... Так, что? О, гранатометик небольшой. Отлично. Валим, 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 валим. Убили. Кто убил? Сталин. О, Сталин, молодец, расстрелять. Точно Серега совпало здесь. Так, ну что, мы поняли, что игрок нормально воюет. Мне кажется, но а еще лучше будет воевать NPC. Смотри, сейчас отключу игнорировать игроков, поставлю его. Сейчас я, ребята, поставлю для него сначала обычного NPC-шку. Посмотрим, давайте сделаем ставки. Выиграет он обычного Monster Hunter или нет? Так что, ребята, напишите в комментариях. Поехали, битва жесткая. Вот три... Ребята, круто. Ну, давайте такого... Это, короче, ребята, пожестче будет. Он его видел, как кидает? Да ладно. Тебе не показалось, что он какой-то читерский? Хорошо. Не читерский, а вот этот вот. Это сиреноголовый из будущего, Дим. А, кстати. Бум. И все. Хорошо, есть у нас помощнее, кто будет с ней воевать. Ну, конечно же, это мы будем. Но давайте еще. О, кстати, Серега, добавили новых монстров. Они как-то так улучшили, что ли? Посмотрим, что они потом могут. Но это будет, ребята, в следующей серии. Ну что, кто кого? Смотри, он их рвет, ты видел? Сразу сложил всех криком, Серега. Мне интересно, а сколько же отнимает у него кричание? Давайте тогда поставим. Серега, последний сиреноголовый, который против него будет воевать, а потом мы будем воевать. Давайте тогда большого, да, поставим? Давай. Ого! А чё он такой быстрый? Он вообще какой-то... Да ну да, это из нынешнего, они по сравнению с ним слабаки. Нанотехнологии при том же используют. Все, ладно, Серега, теперь точно последний. Если он сейчас его выиграет наизично, то понятно, что он получается один из самых сильных. Ты помнишь его, Серега? Да. Ну чё, давай, иди на него, иди, иди. Такой рок играет, когда его ставишь. Ляща, видел, прописал? О, да ладно, это, ребята, настолько круто, насколько это возможно. Он его разорвал, тебе тоже была клякса крови? Да. Ну что, ребятушки, теперь запасаемся оружием, и мы повоюем против толпы. Сейчас я еще поставлю несколько штук, а потом им включу NPC. Или давайте сначала, может, одного, давайте я с этим будем, потому что у него уже меньше жизни, хотя я не знаю, сколько у него жизни. Ну что, включаем мощь. Ого, у него рука длиннющая. Пошел, пошел, пошел. Кстати, у него пулеметы могут крутиться в разные стороны. А мы так не умеем. Ну что, вы готовы против него воевать? Серега, да. Где ты? Ты убил его или нет? Я с многоэтажки спрыгнул. Может его танком вольнуть все-таки? Вот он не может, вот ребята, зайти. Давайте посмотрим со стороны, ребята, как танк его загасит. Четкое попадание в голову. Сейчас попаду, Серега, подожди. Попал. Попал, попал. Попал. Сейчас, ребятушки, смотрите, чисто попадание, он труп. Yes! Это было четко. Ну, Серега, теперь ты садись за руль, и я сейчас поставлю. Давайте здесь поставим один спаун, пацанам будет проще. На рандом. Серега, ты где? Я спрятался, они меня сейчас замочат опять. Я, короче, стрелами с арбалета. Ого. Ого, он прям под нами орет, этот псих. Ну что, Серега, остался у нас последний тест. На ядерную бомбу? Не-не, я сначала маленький буду сбрасывать, потому что еще надо проверить их. Так-так-так, давайте сначала скинем. Не очень большие. Парочку вот таких вот. Серега? Ну, это, конечно, не парочку, но будет эпично. Ой, постреляйте по бомбам, у кого там снайперка. Ого!
Короче, сказал слабо, я вас обманул. Ой, еще одна бомба, не надо. Ой-ой-ой, Серега, еще кидаю. Кидай. Давай вот этих кинем. Это было очень мощно, согласен. Сейчас будет послабее. Это уже взрывом не достанет нас. Ого! Они живые? Да. Да ладно, это какая-то не читерская у них. Хорошо, давайте напалмовые бомбы. Это он прыгает? Они сами прыгают? Ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Я его жгу, Серега. Не этих живые. Хорошо, тогда беру те бомбы, которые реально их должны убить. Не, вот, Серега, эта бомба их убьет. Не. Да, да, смотри. Не. Смотри, смотри, Серега, сейчас умрет. 3, 2, 1. Мегавзрыв. Убил, Серега, смотри. Одного убил. С трудом. С трудом. Давай, Серега, я рыбкой в воду. С дома можно прям в воду прыгать? Круто. Да. Ай-яй-яй, гасит, гасит. Серега, где твои там бомбы? 3, 2, 1. Тетя Серега не взяла их. Да ну. Ого, меня откинуло. Ни финта себе, ребята. Это какая-то мясища. Ой-ой-ой, внизу еще бомба взрывается. А мы пока летим. Полчаса спустя. Я вижу бомба, еще одна упала. А нет, то они кидают. Кстати, они могут что-то взрывать все-таки. Сейчас я им из Гринвича тогда. Давай, Сережечка. Покажи, где раки зимуют. Смотрю внимательно. Ого, кто-то на танке летит, смотрите. Шумахер. Разорвали кого-то. Так, Серега. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вижу, ребята, ну что? 3, 2, 1, 0. Пуск. Не, Серега, это слабые бомбы. Вот мощные. Ой, они в небе начали взрываться. Ух ты. Ох, ё-ё-ё-ё, Серега, взрываются. Во-во-во, все. Убили? Всё. Да, убили. Ребята, даже роботов сиреноголовых не берут ядерные бомбы. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотри мои ролики. Еще. Серега. Поджигай.